Всем привет, ребята! С вами я, Стив Про, и сегодня всех вас я приветствую на обзоре нового обновления Майнкрафта 1.6. И сегодня утром вышла новая версия, а именно версия 1.6.0.5. Так сказать, это вторая бета версии 1.6. И в этом, ребята, обновлении мы с вами получили аж две новых вещи. А именно мы с вами получаем в этом обновлении мембрану фантома, а также новая зелька, а именно зелье замедленного падения. И я думаю, что, ребятки, я вас заинтересовал. Если это так, то берите чайоху, но мы с вами начинаем. И, кстати, ребятки, хотел сказать, что это первое видео на моем канале, которое было снято в Full HD качестве и в 60 FPS. Но вы, ребятки, оцените новое качество. Если оно вам понравится, то, скорее всего, в Full HD я буду продолжать записывать специально для вас эти самые видосики. Ладно, начало было довольно затянуто, поэтому, ребятки, погнали. Сзади специально для того, чтобы проверить мембрану, я построил вот такую платформу. Ну, это сделал для того, чтобы наши фантомы не улетали. Так, а здесь у нас дырочка. Ну, непорядок, непорядок. Ну, а теперь все в порядке. Берем нашего, ребята, фантома, спавним, и теперь мы с вами... вот гаденок, ребята, улетел. И теперь мы с вами его убиваем, 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 и, как видите, с него в этот раз ничего не дропнулось, хотя мембрану я уже с кого-то дополучил. Так, сейчас еще раз попробуем. И в этот раз мембрана, ребята, тоже не выпала. То есть это довольно редкая вещь, кстати, довольно маленький фантом появился. Нет, они все-таки улетают, они улетают, потому что эта платформа для них довольно маленькая. Да, они, ребята, все-таки отсюда, да и как-то улетают. Ладно, сейчас еще раз попробуем убить его. И чего, ничего, мы с них что-то не получаем. Да, мембрана, походу, и вправду довольно редкая вещь. И, ребята, что-то реально ничего не дропается. Довольно странно как-то получается. Так, может быть, сейчас? Нет, опять ничего не дропнулось. Не знаю, с чем это связано. Может быть, из-за того, что их убивает солнце. Но вот, ребята, нам наконец-то выпала одна мембрана. Ладно, давайте мы оставим одну штучку. И теперь я вам расскажу, для чего нужна эта вещь. Она, ребята, теперь будет служить для того, чтобы чинить крылья. То есть эти самые элитры, которые мы получаем в Эндер-городе. Раньше элитры или же крылья мы с вами чинили с помощью кожи, которые добывали там из различных мобов. Ну а теперь элитры можно чинить только с помощью мембраны фантома. Как по мне, это довольно нелогично и несправедливо, потому что фантомы спавнятся довольно редко и спавнятся не только в том случае, если вы не будете спать более 3 суток. То есть, теперь, ребятки, вам нужно не спать специально 3 суток и ждать этих самых фантомов, чтобы починить элитры. Но я думаю, что это вообще нелогично, я думаю, что в скором будущем Маджунг это как-то да исправит. Ладно, это лично мое мнение, ребята, поэтому мы движемся дальше. Да, как я сказал вам, в этом обновлении было добавлено новое зелье, а именно зелье замедленного падения. Давайте мы с вами посмотрим, как это зелье-то работает. Так, давайте поднимемся повыше, и теперь мы с вами выпьем эту самую зельку. Все отлично, и теперь у нас замедленное падение, и здесь нарисованы довольно прикольные перышки. Я думаю, что пора перейти в режим выживания. Я думаю, что никто из вас не против. Вот, ребята. Ну и как видите, я упал и ничего не получил, а именно урона никакого я не получил. И, кстати, так можно довольно спокойненько спускаться и использовать это зелье вместо, допустим, крыльев. Да, ребята, довольно прикольная штучка, и я думаю, что это зелье кому-то да и будет реально полезно. Да, ребята, это реально полезное зелье. К примеру, вы в Эндер-городе, у вас много этих зелек, а вы боитесь, что вы, допустим, упадете там с крепости. Вы выпиваете это зелье и спокойно спускаетесь вниз. Это просто замечательно. Ну, а мы с вами, ребята, давайте возьмем молочко. Вот она. Нам поможет, чтобы избавиться от эффекта. Все замечательно. Выбрасываем молочко. Ну и, ребята, также зелье замедленного падения есть и в виде взрывного зелья. Но здесь маленечко поменьше по времени. То есть, смотрите, ребята, здесь минута 30 секунд. Здесь 4 минуты, здесь минута и 7 секунд. И здесь, собственно говоря, уже только 3 минуты. То есть здесь маленечко все поменьше. Но все-таки, ребята, зелька довольно полезная и в то же время довольно прикольная. Ну вот с мембраной фантома все довольно нелогично. Но на этом, ребятки, это обновление еще не заканчивается. И в этот раз обновление коснулось еще и функций самого мира Майнкрафта. То есть теперь в настройках или же при создании нового мира можно выбрать личный режим игры. Я не знаю, было ли это такое раньше или нет. Нет, ну вроде нет.
Хотя я опять же могу и ошибаться, но, ребята, теперь есть функция личный режим игры. Это было написано даже в ченджлоге, то есть этого я не придумал, этого я случайно не увидел. То есть это, ребята, было прям написано в ченджлоге этого обновления, типа был добавлен личный режим игры. Да, я вижу, что что-то новенькое, но что это добавляет прям... всех естественного я сказать не могу, то есть это обычная функция, толку от которой я просто, ребята, не вижу, то есть толку от этой функции пока что лично для меня нет, но может быть для создателей карт это как-то да и на что-то повлияет. Ну а здесь, ребятки, ничего больше новенького не было добавлено. Короче говоря, вот такое обновление, ссылочку на эту версию вы найдете в описании, ну а на этом все, всем пока-пока.